Всем добрый день! Сегодня я вам хочу показать свои покупочки, сделанные в городе Сочи, Краснодарского края. Наверняка многие из вас слышали, что у нас есть прекрасная косметика по уходу за кожей лица, и я хочу с вами немножко поделиться. Сразу скажу, что я купила два набора, потому что один пошел у меня в подарок, и второй, соответственно, мой. Я здесь на всякий случай оставлю ссылочку на видео, где я распаковывала крымскую косметику. Я заказывала с сайта yaltaroza.ru. Также вам все пришлю. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, гель для умывания. Сразу хочу сказать, что эта косметика тамбуканская. Если вы можете видеть, она у нас создана на основе тамбуканской грязи и термальной воде Мацесты. Мацеста, кто не знает, также находится у нас в Краснодарском крае, недалеко от города Сочи. Ну что же, что хочу сказать. Во-первых, конечно, здесь все запаяно. Покупалась данная косметика в магазине. Там была еще косметика другого производителя, то есть там был сборный вариант. Вот, но у меня все идет именно наборчиком. Продавалось все это по отдельности. Я сейчас все поставлю, чтобы вы могли видеть. Вот, и потом вам все подробнее расскажу. Я обязательно оставлю ссылочку на сайт официальный, где вы можете посмотреть и также заказать данную косметику. Вот такой вот наборчик. И давайте же посмотрим. Во-первых, хочу отметить, что вся натуральная косметика срок годности имеет не такой большой, то есть до 18 месяцев. Здесь у нас срок изготовления данной продукции, данного геля, 9 сентября 2021 года. Ну, соответственно, отсчитывайте 18 месяцев, то есть то, сколько может эта косметика у вас находиться в запасе, и, соответственно, ее необходимо будет использовать. Здесь мы с вами видим, что это у нас гель балансирующий с бета-глюканом. И давайте же немножко прочитаем. Гель для умывания балансирующий, удаляет загрязнение с кожи лица. Вытяжка из грязи Тамбуканского озера оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение и устраняет жирный блеск. Бета-глюкан обладает увлажняющим и заживляющими свойствами. Экстракт алоэ тонизирует и питает кожу. И вы можете видеть официальный сайт данного производителя macestacosmetic.ru. Все здесь запаяно. Сейчас давайте с вами откроем, посмотрим, как это все выглядит. Итак, я уже вскрыла упаковочку. Сейчас постараюсь вам все показать. Должно на белом фоне очень хорошо все видно. Вот такой вот интересный медовый цвет. Запах не такой ярко выраженный, приятный аромат. Давайте посмотрим по консистенции. Очень приятно пахнет. Кстати, хочу сказать, что вот это вот средство не жидкое, то есть оно не стекает с вашей руки, но такое среднее, я бы сказала, по консистенции, очень интересное. Кстати, в магазине там был второй вариант тоника для лица. Честно говоря, не помню, с каким тоже вариантом, но можно на сайте у них посмотреть. Я взяла освежающий с протеинами пшеницы. Здесь мы с вами видим, что у нас произведено все в России. И про озеро Тамбукан. Соленое бесточное озеро, расположенное на юге России, недалеко от Пятигорска. Грязь из тамбукана используют для лечения отдыхающих во многих санаториях Кавказских минеральных вод в Ессентуках, Пятигорске, Железноводске. На ее основе производят лекарства и косметические средства, которые можно купить в магазинах курортных городов. Ну и, конечно же, здесь мы видим задачу данного тоника. Деликатно очищает, тонизирует, освежает кожу, восстанавливает естественный уровень pH,
Протеины пшеницы выравнивают тон кожи, устраняют сухость и шелушение. Вытяжка из тамбуканской грязи разглаживает кожу, делает ее более упругой и подтянутой. Здесь у нас с вами 200 грамм также. Ну и мы с вами видим срок годности данной косметики. Ну, соответственно, если гель у нас был 9 сентября, да, то есть до 1 января 2023 года, данную косметику необходимо использовать. То есть срок ее годности не такой уж и большой. Ну, не буду я проверять сейчас тоник. Я думаю, вы все понимаете, что здесь есть распылитель, да, спреевый, вот такой вот обычный. Достаточно массивная такая бутылочка, хорошенькая. Так что на ватный диск. Либо, кстати говоря, можно использовать второй вариант. Я обычно такие вещи просто наношу на лицо спреем сразу. И где-то даже, бывает, даже не протираю его спонжиком, а просто оставляю тоник на лице, пока он полностью не впитается. Следующий продукт, который я хочу вам показать, это сыворотка для лица, разглаживающая с экстрактом тыквы. Также там был другой вариант. В общем, я уже не буду повторяться, ссылочку все оставлю вам под видео. Так, и давайте же прочитаем, что у нас здесь написано. Так, информация та же самая. Сыворотка делает кожу более упругой и подтянутой. Экстракт тыквы питает и разглаживает кожу. Вытяжка из грязи Тамбуканского озера повышает иммунитет кожи, насыщает ее минералами. Результат действия сыворотки – ровная и сияющая кожа. Нанести на очищенную кожу лица. Ну, кстати говоря, можно вполне себе использовать ее днем, вечером. Я, скорее всего, буду использовать ее утром перед нанесением косметики. Вот так вот выглядит сама баночка. Она белая, из стекла. И здесь у нас с вами 30 грамм. Пахнет сыворотка очень приятно. Такой, знаете, имеет цветочный аромат. Очень приятный аромат. И, знаете, такое вот прямо ощущение, нет никакой липкости. Вот прям приятно очень, знаете, такой вот. Даже не могу описать свои ощущения. То есть это вот как самая настоящая такая вот сыворотка, качественная. И кожа очень мягкая. В общем, сыворотка очень хорошая. Я ее тестировала, повторюсь, в магазине. И, конечно же, мне очень понравилось. Кстати, вот хочу обратить внимание, что здесь нет никакой инструкции в данной косметике. Не знаю почему. Наверное, потому что здесь все описано на самих коробочках, что, в принципе, тоже верно. Это же все-таки не лекарство, хотя могли бы и написать. Так, следующее, что хочу вам также показать, это у нас крем для лица биоактиватор с АХА-кислотами для всех типов кожи. Так, крем у нас способствует восстановлению и обновлению клеток кожи. Вытяжка из грязи Тамбуканского озера и термальная вода оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. АХА-кислоты в составе крема глубоко увлажняют и разглаживают кожу, выравнивают тон. Так, здесь у нас с вами 50 грамм. Все очень так красиво сделано, в едином стиле. Вот так вот выглядит наш крем для лица. Тоже такой современный стиль, интересненький.
все закрыто. Я пока не буду открывать его, но он такой, знаете, молочного цвета, очень красивый. У меня пока еще есть в действии косметика от производителя Гималая. И пока я еще, наверное, полмесяца буду ей точно пользоваться. Поэтому пока тамбуканская у меня лежит в запасе. Следующее, давайте, наверное, с уходом закончим. Это у нас крем-гель для кожи вокруг глаз, разглаживающий с кофеином. И что же он у нас делает? Ну, в принципе, тут понятное дело, да, что разглаживает, увлажняет. Так. Кому не интересно слушать, тот может на паузу поставить. Увлажняет, смягчает и питает кожу век, уменьшает отечность и разглаживает мелкие морщинки, защищает от негативного воздействия внешних факторов. Ну и, как обычно, тут указана именно инструкция, да, как наносить легкими похлопывающими движениями. Здесь всего 20 грамм. Тоже я это средство тестировала в магазине. Очень быстро впитывается, такое легкое. Сейчас посмотрим. Кремушек, крем-гель имеет такой же приятный аромат, как и гель для умывания. То есть такой, знаете, нейтральный аромат. Я думаю, что как раз-таки не будет ни у кого вызывать никаких ассоциаций с какими-то там парфюмерными одушками. Вот, так что данный кремушек очень большой, кстати, его совсем капельку нужно. Здесь у нас с вами 20 грамм, как я уже сказала, вот, и тоже мне понравилось, протестировала я, и хочу сказать, что кожа, все, конечно же, проходила за тестом на руке, кожа до конца дня у меня оставалась мягенькой. И последний продукт в этой коллекции, это мыло на тоже, значит, на тамбуканской грязи и термальной воде. Восстановление с козьим молоком. Давайте прочитаем. Здесь оно у нас ничем не запаяно. И что же оно выполняет? Мыло деликатно очищает, оказывает восстанавливающее и омолаживающее действие. Козье молоко питает, увлажняет и разглаживает кожу. Мед и экстракт алоэ смягчает кожу. Грязь Тамбуканского озера борется с воспалениями. Ну и также здесь у нас с вами 100 грамм. Вот так вот это все выглядит, очень красиво. Пахнет ошеломительно. Я вот сейчас сижу в полуметре и чувствую, как пахнет данное мыло. Очень приятный такой аромат. Мне почему-то мед напоминает. Вот, но данное мыло я, конечно, купила в подарок. Также в том магазине, где я приобрела косметику тамбуканскую, я купила кристаллический концентрат для ванн Bishofit от производителя «Крымский лекарь». Здесь у нас написано, что это природная сила магниевой соли. Здесь 400 грамм, и давайте же прочитаем. Bishofit – это природный минерал, в составе которого входит более 60 элементов таблицы Менделеева. Особенно богат магнием, кристаллический концентрат Bishofit рекомендован для принятия ванн для тела. Bishofit обладает противовоспалительным, рассасывающим и успокаивающим действием, снимает боли, устраняет раздражение, ускоряет регенерацию кожи. Как сказал продавец в магазине, что данной баночки хватает на 4 приема. Раз, два, три, четыре. То есть она такая маленькая, да, вот по сравнению с той же самой коробочкой геля для глаз. Но ее хватает, даже вот могу руку свою поставить, на 4 приема. Итак, с тяжелым трудом открыла данную упаковочку. Вы можете видеть, как выполнен сам Bishofit. То есть это такие маленькие, знаете, как чипсики, кристаллы вот этой вот природной соли, очень такие красивые, прозрачные, приятно пахнущие.
Вот. Хотела я, конечно, приобрести в магазине крымскую соль. Вот я опять же оставлю ссылочку. Но, к сожалению, там не было. Поэтому пришлось взять именно такой формат. Но я думаю, что это очень хорошая соль. Ее порекомендовали, многие берут, поэтому попробую. Ну что ж, это был небольшой обзор на покупку новой косметики от российского производителя Тамбель. Вот, повторюсь, что это выполнено в мат-тесте. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья и хорошего настроения. Всем пока!